Мы сегодня собрали вот здесь первопроходцев, так сказать, которые у нас выполняют нормативы комплекса КТО. Вот у нас представлены здесь спортсмены с различными заболеваниями, люди с поражением ДЦП опорно-двигательного аппарата, люди с нарушением зрения, инвалид-колясочник, ментальные инвалиды. У инвалидов, спортсменов-инвалидов, которые выполняют комплекс КТО, у них совершенно другие нормативы. Есть, конечно, нормативы, которые, если позволяет их инвалидность, они могут принимать участие в беге там, или еще что-то. Но в основном, конечно, идет с учетом заболевания. Если инвалид ДЦП, у него поражение верхних конечностей, он, допустим, не сможет метать мяч в цель. Для него придуманы какие-то другие нормативы. То же самое, что если инвалид и сам ампутант, у него, допустим, тоже он прыжок в длину, естественно, не может сделать. Для него какие-то скоростно-силовые он по-другому выполняет. В течение года мы будем принимать нормативы, будем продолжать. Сегодня вот они у нас выполнят ряд нормативов, и в дальнейшем у нас там и стрельба будет для категории лиц, и плавание будет, и лыжные гонки тоже. Ну, в общем, будем продолжать.